Здравствуйте, мои дорогие! Очень рада снова встретиться с вами на моем канале. Сегодня я покажу вам очередные свои интересные находки с Валберес и Озон. Все ссылочки я оставлю в описании под видео. Перед началом просмотра напоминаю вам, чтобы вы не забывали оценивать это видео лайком, либо дизлайком, писать любые комментарии, подписываться на все мои каналы и соцсети. Ссылки также вверху описания. Ну и давайте приступать к сегодняшнему обзору. Всем желаю приятного просмотра! Первое, что мы сегодня с вами рассмотрим, это, согласитесь, красивейшая вещь. Блуза праздничная с широкими расклешенными рукавами. 2518 рублей ее стоимость. Размерная таблица от размера 42 до размера 48. И из-за того, что она на запахе, здесь тютелька в тютельку размер не нужно подбирать. Вы сможете ее посадить так, как вам нужно, именно благодаря этому запаху. Конечно, красота заключается именно в рукавах. Они роскошные, они актуальные, очень модные сейчас. Шелковистые. Материал, который не просвечивает, но так красиво и мягко струится по коже. Продолжается запах длинной лентой, которую тоже можно обвернуть вокруг талии, а можно просто узелком завязать, и также будет эффектный вид. Состав материала здесь искусственный шелк, моментально отпаривается, очень хорошо держит форму и не мнется. Следующее, что мы с вами рассмотрим, это зимние теплые дутики. В них нам не страшны будут никакие морозы, при этом нам будет комфортно и приятно. 3800 рублей их стоимость, в бежевой расцветке я их выбрала. Также и другие расцветки у продавца представлены. Перейдите по ссылке в описании, там и актуальные леопардовые расцветки, например. Очень-очень примечательные. У меня это самая первая расцветка. Размерная таблица от размера 36 до размера 41. Размерная таблица верная. На длину стопы 23,5 сантиметра я выбираю 37 размер. Ткань верха здесь балоневая, водонепроницаемая. Вот такие классные шнурочки здесь зашнуровывают практически по всему периметру эти дутики. И благодаря этим шнурочкам вы можете опять же их посадить так, как вам нужно. То есть, не завязывая щиколотку, они будут достаточно свободными в этой зоне. А если вокруг этой щиколотки обернуть шнурочком, то щиколотка будет достаточно хорошо прилегать. Подошва здесь высокая, резиновая, как видите, они совершенно не скользят. И также здесь будет бортики очень хорошо этой резиной обработаны. То есть вы можете, в принципе, глубоко в снег наступать и ничего не намокнет. Внутри находится мех, то есть это прям зима-зима. Очень советую, прекрасная цена, очень хорошее качество. Следующее, что я вам покажу, это часы настенные. Стоимость их всего 500 с небольшим рублей. Мои часики бесшумные. Они с 3D-цифрами. Цифры здесь из двух частей состоят. Из пенообразующего материала. И сверху еще клеится гладкий, отражающий свет материал. Мне очень нравится, что эти часы можно расположить в любом диаметре, в котором вам нравится. То есть диаметр сократить до минимума, либо их сделать вообще большими, широкими, объемными. Здесь две стрелки, минутная и секундная. Одна батарейка вставляется в механизм. Для этого механизма специальная есть подвесочка, то есть никаких гвоздиков нам приколачивать не нужно собственных. В плане механизма здесь все очень просто. Вращаете колесико внутри и ставите необходимое время. Собирать их тоже одно удовольствие. Там инструкция идет в комплекте. В хорошей прочной коробочке они приходят, которая держит свою форму при транспортировке, и все циферки сохраняют свою безупречную форму. У цифр внутренняя поверхность клейкая, то есть отклеиваем пленочку, бумажечку и приклеиваем прям на стену. Причем снять их с обоев тоже достаточно просто, особенно если у вас обои гладкие, то есть они вместе с обоями не стираются. И для того, чтобы создать идеальный круг, здесь в комплекте идет трафарет. Следующее, что я заказала, это то, что я всегда принимаю, омега-3. Нашла нового классного производителя на Валберес. Стоимость всего 1715 рублей. Здесь 90 штук в баночке, то есть хватит ее на 3 целых месяца. Сама баночка затемненная, то есть солнечный свет не будет проникать в столь ценное нам вещество и не будет его разрушать. Здесь 1300 миллиграммов в каждой капсуле и нужна одна капсула в день. 90% концентрации омега-3 здесь. И сырье здесь из Испании. Никакого неприятного ни вкуса, ни запаха. Все очень-очень комфортно. Производство России, что вызывает только гордость и желание поддержать отечественного производителя. Ну и, конечно, отблагодарить его за столь приемлемую цену.
Далее то, о чем я так долго мечтала, и наконец-то это приобретение у меня. Это автоматическая кофемашина. Стоимость 28 тысяч рублей на Озон. И эта кофемашина приготовит любой кофе на ваш вкус. Причем все сделает сама. Она и перемолит кофе настолько мелко, насколько вам захочется, и сварит, собственно, любой вид. Хочу обратить ваше внимание на то, что здесь очень красивая коробка. То есть на подарок ее будет приобретать очень хорошим решением. Внешний ее дизайн красивый, действительно. Выглядит она дорого. Хорошо она была защищена при транспортировке. Собирается она интуитивно, понятно, ну и также инструкция вам в помощь. Итак, здесь несколько резервуаров. Один для чистой воды, второй для молока. Сверху вы открываете крышку и видите резервуар для кофе в зернах. Если открываете боковую крышку, то вы видите механизм, который периодически нужно будет чистить, а также контейнер, в который будет сбрасываться отработанный кофе. Соединить, собрать все и включить эту кофемашину не составило никакого труда. Вы включаете ее в сеть, дальше нажимаете на кнопку включения, ждете, пока загорится дисплей, нажимаете и долго удерживаете кнопку включения-выключения именно на сенсорном дисплее, и машина выдает вам меню, благодаря которому вы можете выбирать тип кофе, который хотите сварить. Благодаря этой машине вы можете сделать себе латте, капучино, эспрессо, двойной эспрессо и американо. И также вы можете сварить любой вид кофе и дополнительно добавить пенку. Кофе получается невероятно вкусным, свежим, ароматным. Такой запах стоит на всю квартиру. Пить одно удовольствие, причем, по-моему, неважно, какие зерна вы купите, насколько дорогие или дешевые, я здесь закладывала зерна за 200 рублей. И вкус просто потрясающий. Ни в какое сравнение, конечно, не идет с никаким растворимым кофе. Следующее, что я вам покажу, это подарок для бабушки и дедушки. Вот такой готовый Свалберис. Но вы можете купить его и для себя, и для кого-нибудь, помимо бабушки и дедушки. Только для этого вам нужно будет снять вот эту красочную обертку. И останется у вас просто чистая коробочка. Это набор чая из 6 видов. Чай этот заварной. Очень красиво он выглядящий, как видите здесь. Чай листовой из крупных листьев и с добавлением различных цветов, фруктов. И зеленый здесь есть чай, и черный на любой. Даже самый изысканный вкус. Очень хорошо заваривается. Чай густой, насыщенный. Нужно его немного. Смотрите, какой красивый апельсиновый оттенок у меня получился из этого фруктового чая. Аромат невероятный. Цвет тоже очень привлекательный. Вкус замечательный. В общем, мы с вами сегодня и для любителей кофе, и для любителей чая нашли классные новинки. И также хочу обратить внимание на то, что здесь классные баночки. И после использования их ни в коем случае не нужно выбрасывать, а можно дальше использовать на вашей кухне или в быту. Следующее, что мы с вами посмотрим, это теплый трикотажный костюм, который мне очень понравился своей мягкостью, своей нежностью, своим натуральным составом, ну и, конечно, теплом, которое дарит этот материал. Костюм хорошо закрывает горло, руки, ноги, то есть в нем будет действительно тепло. Стоимость его 1964 рубля. У меня это бежевая расцветка, также серая представлена у продавца. Размер единый и подойдет на размеры 42 до 48 размера. Состав материала 35% хлопка, 35% вискозы, 5% кашемира и 22% полиамида для того, чтобы материал хорошо держал свою форму, не образовывались катышки, для того, чтобы он не вытягивался и не садился ни при носке, ни при стирке. Температурный режим носки здесь от минус 5 градусов до плюс 20. Линия талии у брюк сидит четко на талии. Здесь шнурочек находится для того, чтобы вы могли еще надежнее посадить брюки на место. Длина штанин здесь хорошая, длина рукавов тоже. В костюме очень тепло и комфортно, тоже очень советую.
Дорогие девочки, как вы знаете, мой канал посвящен находкам из различных категорий для того, чтобы мы с вами выглядели красивыми, стильными, ухоженными. Мы с вами находим хорошую одежду, качественную косметику, прекрасные ароматы и даже создали специальную рубрику для того, чтобы находить самое лучшее из парфюмерии. И, конечно же, мы все знаем, что парфюмерия, что аромат от нас является необходимым и важным этапом в завершении нашего образа. Сегодня мне хочется поговорить о здоровье, красоте и белоснежности наших зубов, потому что это тоже немаловажный атрибут, который влияет на восприятие нас окружающих. Я сегодня хочу пару минут уделить моим любимым полоскам от Rigel, которые изготовлены в Великобритании. Это полоски отбеливающие. Я как-то некоторое время назад часто вам их показывала, но после того, как прошла полный курс отбеливания, потребность у меня прям в постоянном применении ушла, но сейчас через достаточное количество времени я собираюсь повторить курс отбеливания, поэтому приобрела новую вот такую вот пачку. Мне очень нравится формат упаковки. Смотрите, такая удобная коробочка, которую можно полностью носить с собой. Там находятся вот такие одноразовые саше, и здесь вот такое большое количество. Вы можете с собой, в принципе, взять вот несколько штук, да, как вам больше нравится. Но в любом случае и на туалетном столике, и в сумочке эта коробочка хранится красиво, компактно и много места не занимает. Итак, основные преимущества именно этих полосок, из-за которых я рекомендую на них обратить внимание. Первое – это мгновенный эффект отбеливания, то есть сразу же после первого использования вы увидите, как зубы становятся значительно светлее. Второе преимущество – это возможность использовать на ходу эти полоски, то есть вы их наклеиваете, и если вы куда-то бежите, торопитесь, вы можете прям в пути, находясь, отбеливать свои зубы. Споласкивать, выплевывать ничего не нужно, они сами растворяются под действием нашей слюны и полностью утилизируются. Они совершенно безопасны для нашего организма. Они не содержат ни перекиси водорода, никаких других вредных отбеливающих веществ. У них запатентованный компонент, который отвечает за отбеливание, который, как я уже сказала, полностью смывается слюной и абсолютно безопасен. Помимо этого, данные полоски антибактериальные, и это очень важно, потому что даже после самой тщательной чистки зубов, после хорошего ополаскивателя, все равно в нашей полости рта остается достаточно большое количество вредных бактерий, и здорово, когда есть еще какое-то дополнительное средство, которое способно влиять на эти бактерии, убивая их. Как раз эти бактерии отвечают за то, что они разрушают наши зубы и создают у нас кариес, поэтому, убивая их, мы защищаем свои зубы от кариеса. Также очень здорово, что эти полоски обладают приятным мятным вкусом и ароматом, то есть они заменяют, собственно, ополаскиватель для зубов, освежают наше дыхание, и также они могут заменить применение жевательной резинки. Помимо этого, они удаляют зубной налет и препятствуют возникновению зубного камня, что, опять же, очень важно, потому что некоторое время назад я произвела профессиональную чистку зубов, и сейчас за зубами слежу очень тщательно, максимально эффективно за ними ухаживаю для того, чтобы эффект вот такой профессиональной чистки сохранился надолго. Я сейчас как раз собираюсь по своим делам. Как видите, я уже оделась, я уже причесалась и накрасилась. И последнее, что я буду делать, это наносить эти полоски. И как раз, как я сказала, это очень удобно тем, что я могу прямо сейчас после наклеивания этих полосок выйти из дома, и по дороге они будут действовать. И когда я уже приду на место назначения, мои зубы заметно осветлятся, дыхание освежится, все болезнетворные бактерии удалятся, и под воздействием слюны эти полоски растворятся. Итак, что я сделала? Это вскрыла индивидуальное саше, достала одну полосочку, слегка слюной смочила свои зубы. Эти полосочки тоненькие и обладают клейкой поверхностью. Дальше я нанесла вот эту полоску, наклеила на переднюю часть зубов, подвернула и за торец подклеила. То есть зубы отбеливаются со всех сторон абсолютно. Дальше я беру второе саше, также вскрываю. Здесь стрелочки находятся, которые показывают, с какой стороны это правильнее сделать. Можно сделать вот так. Можно вот так, как вам больше нравится. Наклеиваю на переднюю поверхность. Вам будет гораздо удобнее, потому что вам не нужно будет все ваши действия комментировать. Подворачиваем, подклеиваем сзади. Все. Занимаемся дальше своими делами. Можем губы подкрасить при необходимости. А можем прямо вот так вот
выходить из дома. Наносим любимый аромат, не забываем. Через 15-20 минут полоски полностью растворятся, и зубы станут значительно светлее. Не нужно использовать жевательную резинку, повторюсь. Пока мы будем ждать, я расскажу вам о том, что все ссылочки будут в описании под видео. Прекрасные новости. Сейчас очень хорошая акция на эти полоски действует. На официальном сайте сейчас вы можете приобрести 3 упаковки полосок Rigel по цене одной. А если хотите купить только одну упаковку и попробовать ее, то вы можете это сделать на Озон и Wildberries. Ссылочки будут в описании. И еще одна прекрасная новость. Rigel не так давно улучшили свою формулу, а также дизайн индивидуальных саше, и эффект от отбеливания стал еще более заметным, выраженным и качественным. Итак, прошло всего несколько минут, и под действием слюны, видите, эти полоски превратились в активный гель, который сейчас занимается тем, что отбеливает мои зубы. Осталось еще 10 минуточек. Сейчас покажу вам результат. Ну все, прошло 20 минут, на моих зубах практически не осталось ничего. Ну, такие маленькие остаточки геля, уже незаметные и совершенно не мешающие. Они уйдут еще в течение нескольких минут. Посмотрите, насколько белее стали зубы сразу же. Очень свежее дыхание, ощущение чистоты, приятный мягкий вкус. В общем, да, эффект есть. Эти полоски стоят того, чтобы их попробовать. Следующее, что мы с вами посмотрим, это набор баночек-контейнеров для хранения. Я буду их использовать для хранения круп. Вы можете использовать для хранения чего угодно. Можете часть использовать под различные порошки или гели для стирки. Можно под любые материалы для творчества или различные гаечки, гвоздики. В общем, подо все, что нужно хранить в каких-то вот таких емкостях, вы сможете эти баночки приспособить. Здесь большое количество штук в наборе. Стоит это все совершенно недорого. У меня за 731 рубль, здесь 15 баночек. Но вы можете по этой же ссылке у продавца увидеть баночки в другом количестве. Например, набор из 8 штук, из 21 штуки, из 4, из 3, из 14 и так далее. Цены, конечно, будут варьироваться. Но, в общем, одна баночка стоит достаточно бюджетно, выглядит красиво, ничего здесь лишнего, поэтому советую обратить ваше внимание. Здесь баночки разных размеров и высот, но у них у всех один диаметр, что мне нравится, благодаря чему их можно поставить друг на друга и использовать все место, например, в шкафу для хранения. У них лаконичные черные крышки, поясок которых снизу вы можете снять, и они у вас будут просто эластично закрываться и открываться. Также здесь две маленькие баночки с отверстиями в крышках, которых очень удобно хранить соль, сахар, соду. Пластик здесь хороший, пищевой, не имеет ни вкуса, ни запаха, полностью прозрачный, тоже очень хорошая находка. Следующее, что я вам покажу, это шарф, модель которого является моделью unisex. То есть подходит как для мальчиков, так и для девочек. В разных цветах он представлен. И несмотря на то, что на главном фото представляет этот шарф мужчина, я его спокойно надела на себя, и смотрится он на мне просто замечательно. Стоимость его всего 697 рублей. Здесь 30% шерсти в составе и 70% акрила. Синяя расцветка, коричневая, белая, серая, бежевая и другие представлены у продавца. Хорошо, этот материал стирается, быстро отпаривается, отлично держит свою форму и не мнется. Красивая здесь бахрома находится внизу. Никаких швов, ничего лишнего, никаких лишних деталей здесь нет. Все четко, лаконично, такая вечная классика. Хорошая длина, и в различных вариантах носки вы сможете его носить. Причем как вы, так и ваш мужчина. Следующее, что мы с вами рассмотрим, это леггинсы, достаточно бюджетные, стоимость их 820 рублей. Размерная таблица широкая, от размера 42 до размера 50. На мне это размер L, 46, и он прекрасно подошел на мои параметры. Обхват талии 72 сантиметра, обхват бедер 92 сантиметра. Состав материала здесь эластан и полиамид. Они очень хорошо тянутся, при этом прекрасно держат свою форму, они совершенно не просвечивают, они сидят четко на талии и не скатываются при тренировках. В них действительно очень удобно, просто надеваешь их и забываешь, ничего не дергаешь, ничего не натягиваешь, не подтягиваешь во время занятия спортом. В общем, они вас от ваших дел не будут отвлекать совершенно. Следующее, что мы с вами рассмотрим, это проектор для телефона. Очень интересная вещь. Если вы или кто-то из членов вашей семьи постоянно сидит в телефоне, в этом мелком, а так хочется вывести изображение на большой экран, то вам этот проектор очень даже поможет. Причем не обязательно с телефона переводить изображение. Можно также с планшета, с ноутбука, с ПК. Здесь, как видите, джойстики идут в комплекте, то есть можно играть в игры при помощи этого проектора. Можно с HDMI работать. Здесь присутствует
ручная фокусировка, благодаря которой вы очень четкое изображение настроите. И также можно его, насколько вы хотите близко придвинуть к стене или отдвинуть от стены. И, конечно, размер изображения таким образом будет меняться. Мне очень понравился стильный лаконичный белый корпус, небольшие габариты этого проектора, все необходимое в комплекте. Здесь есть подключение по Wi-Fi, то есть вы благодаря этому проектору без использования дополнительных гаджетов можете выходить в интернет, смотреть YouTube, подключаться к браузеру и пользоваться любыми приложениями, которые здесь уже идут в прошивке. Также здесь встроено огромное количество игр, в которые вы будете играть. И кроме этого проектора, для этого вам ничего совершенно не будет нужно. Здорово, что джойстика здесь два, поэтому вдвоем играть здесь одно удовольствие. Ну и, конечно же, здорово, что вы с любого гаджета можете перевести изображение на стену и смотреть фильмы, например, со стены, устраивая свой собственный кинотеатр дома. Следующее, что я вам покажу, это хлопковая туника для дома и для пляжа. Очень универсальный вариант. Она из 100% хлопка. Материал здесь муслин, 2400 рублей ее стоимость и несколько расцветок на выбор. Размерная таблица от размера 40 до размера 52. То есть любая девушка на любые параметры для себя свою тунику найдет. Мне очень нравится ее дизайн. Вы можете рукава расправить полностью, застегнуть их на пуговицы. Вы можете их закатать напротив, так как вам нравится. Здесь кармашки удобные находятся по бокам. Полукругом скроен ее низ и ряд пуговиц от самого верха до самого низа. Вы можете ее в застегнутом, в расстегнутом виде носить. На купальник, на любой топ. Она во всех этих вариациях смотрится здорово. Ткань действительно хорошая, максимально дышащая и из-за хлопка, и из-за плетения нитей. Следующее, что мы с вами рассмотрим, это набор для химических опытов для ваших любимых детей и подростков. Стоимость 1174 рубля. У меня это набор из 7 опытов. Каждый из них находится в собственном пакете. Причем название каждого опыта на пакете указано, и вы будете видеть, чем вы, собственно, сейчас будете заниматься. Открываете каждый пакетик и по инструкции действуете. Выполнение здесь простое. Все необходимое идет в комплекте. Также очки и перчатки для защиты. Класс и рук. Я поигралась один вечер, сделала 3 опыта, мне они очень понравились. Остальные 4 ждут меня и будут мне сюрпризом. Очень здорово, что такие вещи сейчас существуют, и детей мы можем развивать разносторонне. В нашем детстве такого не было, хотя химия мне была всегда очень-очень интересна. Но мы на уроках химии проходили в основном только формулы и что-то постоянно считали, а вот именно практических занятий у нас было крайне мало. Но, видимо, этот опыт будут наверстывать наши дети. Следующее, что мы с вами рассмотрим, это подарочный набор для мужчины Российской империи за 428 рублей. Красные подарочные коробки с российским гербом на ней. И давайте откроем эту коробку и посмотрим, что же здесь самое необходимое, что нужно любому мужчине. А ему, оказывается, нужен брелок с гербом Российской Федерации. Также ему нужен складной нож с различными открывашками в комплекте. И, конечно же, ему нужна записная ручка, потому что если возникают какие-то важные мысли, их необходимо записать в любой момент времени, когда они, собственно, в голову пришли, пока они из нее не вышли. Если говорить серьезно, то за такую стоимость качество содержимого этого набора очень даже достойное. Также здорово, что все это уже предварительно оформлено вот в такой красивой коробочке. И вместо того, чтобы собирать вот такие милые мелочи самостоятельно, мы можем купить уже вот в таком готовом виде все это.
Следующее, что мы с вами посмотрим, это конструктор электрический, монструктор за 610 рублей, благодаря которому мы сможем собрать несколько зверят, вот такую собаку или волка, ну и также более мелкие породы собак, можем жирафа собрать, можем человечка собрать из вот таких вот тоненьких деревянных деталей. Все эти детали находятся в листах, которые вы сначала будете минут 15 отделять от этих листов, а потом уже, вооружившись инструкцией, соберете того зверя, которого вам хочется. Также очень здорово, что здесь лампочка идет с механизмом и с батарейкой в комплекте, благодаря которому мордочка любого вашего зверька будет светиться. Классно, что у него двигаются лапы, хвост, а у некоторых видов и спина. То есть он не просто в статике будет стоять, а при помощи него можно будет как-то передвигаться и менять его местоположение и расположение его тела. Следующее, что я вам хочу показать, это набор для безобразник, который обойдется вам в 971 рубль. Называется он «Опасные шутки» в виде вот таких карточек. Это игра для компании, настольная карточная. Несколько вариантов имеется у продавца, у меня это самый первый вариант. Хороший здесь плотный картон с прекрасным качеством печати. Ну и играть вы, конечно же, будете, исходя из инструкции, которая идет в комплекте. Карточек здесь много подойдут, они для самой большой, самой, так сказать, отвязной компании. Просто действуйте, исходя из инструкции, и выполняйте смешные задания. Последнее, что мы с вами рассмотрим, это бюстгальтер без поролона, с сеточкой и без пушап для больших размеров. Часто, когда я показываю какое-то маленькое белье или купальники, или какие-нибудь вкладыши в свое белье, и жалуюсь на свои маленькие объемы, некоторые девушки с пышными формами пишут мне, что радуйтесь, потому что для нас мы как-то вот меньше красивого белья изобретают, нам не так удобно, нам не так комфортно с нашими объемами. Поэтому, да, для вас я тоже решила что-нибудь интересное понаходить в этой рубрике. Стоимость этого лифа 1414 рублей. Я его заказала для своей родственницы, поэтому по понятным причинам продемонстрировать его в надетом виде я не могу. Но вы можете посмотреть, как это все выглядит в носке на девушке-модели, если перейдете по ссылке в описании. Размерная таблица здесь действительно широкая. И размер D вы найдете, размер E, размер F, различный обхват. У меня это D80. Разные расцветки здесь представлены у продавца. Черная, как у меня, белая, слоновая кость, пыльно-розовый цвет, синий. Очень хорошее качество этого лифа и действительно красивая модель, грудь действительно выглядит подтянутой, приобретает нужную эстетичную форму. Этот лиф хорошо держит любой размер и объем груди. Низ его достаточно жесткий, основной материал не просвечивающий, плотненький, при этом эластичный. Сеточка очень красиво располагается на верхней части груди. Также мне понравились достаточно широкие бретели, длина которых регулируется, и очень прочный здесь каркас по бокам этого лифа. В общем, все здесь позволяет хорошо держать нужную форму. Обратите внимание, если искали что-то подобное, потому что это достаточно редкое сочетание красоты, качества и удобства. Ну вот и все, сегодняшнее видео подошло к концу. Надеюсь, оно было приятным и полезным для вас. Все ссылки традиционно будут в описании, как на все товары, которые я обозревала, так же на все мои каналы и соцсети. Оценивайте это видео лайком либо дизлайком, пишите любые комментарии, подписывайтесь обязательно, и встретимся здесь в моем следующем видео. Всем до скорых встреч!